Всем привет! Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел Степной Дух. Меня зовут Валентин Медведь. И у меня сегодня обзор аж на две окарины. Вот такие вот небольшие окаринки. Покажу их поближе. Они настроены в одинаковой тональности, тональность Си, но в разном строе. Эта окарина настроена в миноре, а это настроено в миксолидийском ладу. Они легко помещаются в руке, легко поместятся у вас в кармане, и их можно носить с собой в путешествия, в походы и так далее и тому подобное. Ну, просто можно носить с собой и при любом удобном случае играть. И сейчас я сделаю на них обзор, чтобы вы могли послушать и понимать, как могут звучать окарины такого размера. Первая будет Си минор. Вот такая вот она. Да, и, кстати, для удобства здесь есть вот шнурок. Можно ее даже вот повесить себе на шею. Сейчас не буду этого делать, но он рассчитан, чтобы это было легко. И вторая окарина, это, как я уже сказал, тональность Си, но строй миксолидийский лад. Вот такие вот две окарины. Если видео было полезным, понравилось, ставим палец кверху. Подписываемся на мой канал, следим за выходящими роликами. Всем прекрасного расположения духа и хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.